Всем привет, с вами я, Сензей. Москва просыпается после зимы, но зима как таковой у нас не было. Сегодня 16 апреля 2016 года. В России, в Москве у нас проводится общегородской субботник. Дважды в апреле. Это сегодня 16 и 23 апреля. Ну, такая вот погода, к сожалению, что Даш прихватил с собой зонт. Ну, пришлось вот так вот с подручными средствами идти на мероприятие, которое состоится на Чистопрудном бульваре. Это парад ретро-трамваев, посвященный 117-летию электрическому трамваю. Именно 7 апреля 1899 года вышел впервые на линии электрический московский трамвай. А в то время, до электричества, ходили тогда знаменитые гонки. На этом параде представятся старинные фотографии, старинные трамваи, которые сохранились до наших дней, те, которые ходят у нас, и те, которые ожидаем появления в будущем. Поэтому будет очень интересно. Смотрите далее. Вот приближаются те самые трамваи, которые ходили со второй половины 19 века. И до 1899 года ходила конка. Самая знаменитая конка. Господа, давайте чуть сместимся, лошади боятся. Дальше пошли трамваи из Коломенского завода. Те легендарные снимались в многих фильмах. Например, «Место встречи изменить нельзя» или «Мастер и Маргарита». Трамвай из Коломенского завода. Дальше к 70-80-м годам приехали чешские Татры, которые сейчас ходят по Москве. Вот это чешская трата, которая, к сожалению, уже не ходит. А вот то, что вдали, которое сейчас к нам приближается, вот эти те ходят. Thank you.
Мили разные модификации чешские Татры. Были квадратные, были круглыми. Но они ходили. А сейчас они просто как ретро-техника. В прошлом году был представлен трамвай, который единственный в экземпляре, это LM2000. Это была модификация или прототип Татры, но, к сожалению, она оказалась неудачным. А это уже служебные трамваи. Пошли. Вот были такие трамваи служебные, хотя я их никогда не видел. А это, наверное, грузовой или это товарный? Недавно вышел космический трамвай, который курсирует по маршруту 17 Медведково-Останкино, посвященному юбилею первому полету в космос Юрию Алексеевичу Гагарину. 55 лет в 2016 году. Итак, начнем. Какие представлены трамваи? Ну, первый из них это Гонка. Самая знаменитая, известная, ходила до появления первого электрического трамвая. Насколько я знаю, что на первом этаже всегда располагается мужчина, а на втором этаже только женщина. Итак, следующий трамвай это F, но оно сделано, конечно, на Коломенском заводе и еще в других подмосковных городах. Дальше увидите салон этого трамвая. Thank you.
следующий трамвай это бесфонарный, то есть у него нет главного фонаря, но тоже сделан в Коломенском заводе и других подмосковных городах. К сожалению, я не могу попасть, потому что, к сожалению, народ очень просится в этот вагон. Но еще раз повторю, трамвай из Коломенского завода очень известен и даже во многих советских фильмах. Например, «Место встречи изменить нельзя» или «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргарита». Следующий трамвай опять же из Коломенского завода, но это полностью сделаны в Коломне. Это трамвай КМ. Он еще снимался в многих «Солнце светит нам» и «Холодное лето 53-го» и других советских фильмах. В принципе, дизайн и салон, в принципе, ничем не отличался. Только улучшали. На этом трамвае ходила знаменитая Аннушка. Сейчас она ходит от станции метро Чистые пруды до Калужской площади. Так вот были несколько расположены сиденья, и можно было вот так вот, не знаю, в то время снимать и любоваться городом. Кстати, вот эти рейки, которые на полу у нас есть, они использовали зимой. Ну, когда было холодно, снежно, тогда в то время все носили валенки. А другую обувь не каждому удалось на такую покупку. Следующий трамвай – это московский трамвайный вагон, но изготовлена она была в Рижском трамвайном заводе. Следующий трамвай тоже сделан на Рижском вагоностроительном заводе, но она называется тоже трамвайный вагон Рижского вагоностроительного завода. Вот на рижских трамвайных вагонах немного просторнее, чем на наших коломенских. Да, тогда в то время билет стоил очень дешево, 3 копейки. А с 1961 по 1991 года в московском метрополитене билет стоил 5 копеек. Вот такие уже появились мягкие диваны. Можно так сказать. Но, к сожалению, перила очень были высокими. Это вот кабина водителя, в принципе, она такая была тяжелая, сложная. Я не знаю, сколько тогда в то время зарабатывали. Так вот, как раньше были
эти коломенские заводы и все такое. Это была первая часть парада ретро-тропая. Оставайтесь на канале Сенсей, и я с вами продолжаем празднику парада ретро-трамвая. 117 лет.